16 июня Казанский федеральный университет посетил атташе по образованию посольства Испании в Российской Федерации Хосе Аурелио Льянсе Вильяноэва и основатель Центра образования и полилингвального детского сада Бала-Сити Альбина Насырова. Основной темой разговора стало то, что испанский становится одним из востребованных языков, который активно выбирают студенты Казанского федерального для изучения. Стоит отметить, что количество контактов и культурных программ между Россией и Испанией неуклонно возрастает. Уже сейчас изучение испанского языка в Татарстане, в частности в КФУ, поставлено на широкую ногу. Многие студенты в качестве дополнительного образования выбирают язык Сервантеса и Лорки. Эти молодые люди целенаправленно работают над своей карьерой, ведь языковые знания открывают двери для работы не только в Европе, но и в странах Южной Америки, чей рынок в современных условиях становится особенно привлекательным для России. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.